Здравствуйте, дорогие мои друзья! Предлагаем вам сегодня вместе со мной приготовить интересное мясное блюдо. Это будет мясная гармошка. Для приготовления данного блюда необходимо взять мясо. Я взяла ошеек. Здесь у меня около 1,5 килограмма. Соответственно, я его нарезала вот такими вот 2-сантиметровыми кусочками. Вот так вот. Не до конца, то есть не доходя до края. И теперь его необходимо замариновать. Приготовила вот такой вот маринад. Здесь у меня соевый соус, горчица и специи к мясу. Для удобства маринования я буду использовать вот такую вот миску. Маринад распределяем по мясу, тщательно промазывая каждый кусочек. Поскольку я использую соевый соус, то досаливать мясо необходимости нет. Мясо необходимо накрыть пленкой и оставить мариноваться на 8-10 часов. Далее для приготовления гармошки нам понадобятся помидоры. Я взяла типа черри и твердый сыр, а также чеснок. Ну, здесь примерно 8-10 зубчиков. Помидоры необходимо помыть, удалить хвостики и нарезать колечками. Поскольку у меня помидорки маленькие, я их буду резать не поперек, а вдоль. Толщина примерно 5 миллиметров. Чеснок также необходимо нарезать на пластинки. Пополам, либо если большие зубчики, то на несколько частей. Вот наше замаринованное мясо. Теперь необходимо в каждую часть вложить чесночок. Чеснок нужно ложить поглубже, чтобы он при выпечке не горел, не чернел. Чтобы он был спрятан. Он свой аромат даст, но при этом чернеть и гореть не будет. Теперь помидор. И ломтик сыра. Также дальше отворачиваем следующую и продолжаем. Далее мясную гармошку помещаем в рукав. И на противень. И отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 1 час. Мясо провело в духовке час. Теперь необходимо его немного открыть. И в таком виде отправляем в духовку еще на 20-30 минут. Вот такое вот замечательное аппетитное мяско в результате получается. Оно очень сочное за счет того, что это ошеек, плюс готовилось в рукаве. Очень ароматное за счет специй, очень вкусное. Его можно подать на воскресный ужин, либо на любой праздничный стол. Если вам понравилось и было полезно мое видео, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал «Удачный рецепт с Еленой». До новых встреч!